Я ученый кот. Я живу на портале «Покажи и расскажи». Здесь ребята со всего мира изучают русский язык и культуру. Мяу. У нас лучшие педагоги, а самый умный, конечно, я. Я знаю все-все сказки, да я на них просто собаку съел. Кстати, съесть собаку. Знаете, что это означает? Нет, по-настоящему собаку есть не нужно. Это же ужасно невкусно. Да и я больше люблю рыбку. А как я готовлю сырники? Мррр. Я на сырниках просто собаку съел. Съесть собаку значит быть мастером своего дела. Съесть собаку значит знать предмет на отлично. Кто съел собаку, тот знаток и мастак. Бывалый, ученый, специалист. Про него еще можно сказать: тертый калач и стреляный воробей. Ай, что это? Кажется, собака. Вы же не хотите сказать, что мне придется есть ее по-настоящему? Нет, нет, это только поговорка. И, кстати, у нее есть продолжение. Собаку съел, а хвостом подавился. И ученые иногда ошибаются. Так что, пожалуй, побегу прятаться, пока собака не съела меня. Я собаку съел на этих собаках. Знаю, какие они кусачие. Мяу, встретимся на портале «Покажи и расскажи».